Доброго дня всім, хто слухає громадське радіо. Це прямий ефір. Продовжує його програма «Звільніть наших рідних». Наша програма під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт відбувається за підтримки американського народу, надані через агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Ведуть програму Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами працюють над випуском звукорежисер Євген Глібов та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Дуже багато ми розповідаємо про воєнні злочини Кремля, і ми завжди закликаємо наших слухачів як на вільних територіях, так і на тимчасово окупованих територіях повідомляти будь-яку інформацію про воєнні злочини окупантів, яка може бути вам відома, і особливо, якщо ви самі є свідком таких діянь, будь ласка, робіть це всіма доступними вам способами, яким ви довіряєте. Один з доступних способів є телеграм-бот, він називається «Енергодарсос». Пишеться одним словом, і легко його знайти через пошук в Телеграмі, написавши просто «Енергодарсос» одним словом. Через цей бот дуже легко передати наявну у вас інформацію, вона потрапить обов'язково до правозахисників і правоохоронних органів і буде використана під час розслідувань та в процесах засудження винних у цих воєнних злочинах. Будь ласка, передавайте будь-яку наявну у вас інформацію, вона може мати значення. Ну і прямо зараз до теми нашої програми. Настю, передаю слово тобі. Дякую, Ігорю. Я одразу розкажу про героя нашої сьогоднішньої програми. Ми будемо розповідати історію Сергія Офіцерова. Це 47-річний мешканець Херсону, якого схопили в полон прямо у батьківській квартирі в серпні 2022 року. Наразі отримують у московському СІЗО Лефортово і звинувачують в тероризмі. Батько Сергія, який сьогодні буде з нами розповідати його історію, не знає, чим саме займався син після початку окупації міста, але припускає, що він допомагав українським військовим. Точні причини затримання Сергія Офіцерова невідомі, але можна припустити, що саме це стало приводом його переслідування. І росіяни, як це часто буває у подібних справах, почали судовий процес над Сергієм Офіцеровим. Ми будемо сьогодні також говорити і про те, що відомо з цього судового процесу. Я представляю нашого співрозмовника сьогоднішнього, Геннадія Офіцерова, батько Сергія. Доброго дня. Добрий день, Анастасія. Добрий день, Ігор. Пане Геннадію, дякую, що погодились з нами поговорити. Я так розумію, що якісь речі про Сергія, його долю, якраз цього судового процесу, який проводить Російська Федерація, стали більш відомими і зрозумілими. Чи могли б ви, можливо, доповнити ту історію, яку я на початку почала розповідати нашим слухачам? Так, я дуже хочу, щоб эта история, которая сейчас будет происходить с сыном, и еще с 8 хлопцами с Херсона, была как можно больше в информационном пространстве. А про сына расскажу следующее. Ну, история как бы... Начну с того, как его задержали. 3 августа 22 года Сергей пришел ко мне в гости. Он жил один, я живу один. Мы часто встречались, бегал. Я его, ну, был у меня обед, потом немножко телевизор. И такая вот ситуация, когда нужно было расслабляться, потому что оккупация и вот сложности вот коммуникации. Вот мы когда с ним общались, это нам друг другу помогало. И где-то 3 часа звонок в дверь. Врывается трое гражданских, вооруженных, зашли в зал, там где сидел сын в кресле, спросили его фамилию и звать. Он подтвердил, что Сергей Офицеров, заставили лечь на пол, взяли со стола телефон его и заставили его разблокировать. То есть вот такая как-то мимолетная, такая быстротечная операция произошла. Я стоял рядом, ну, вот пишу, буквально это, ну, секунды, минуты длились.
После этого они его подняли с пола и вывели, начали выводить на лестничную площадку. Меня как бы тоже там придете с нами, ну, когда я уже вышел на лестничную площадку, я успел только спросить, кто вы, что вы и куда, и когда он вернется. Ответ был такой, что сам придет, не переживайте, ну, этого слова как бы и не было, это он должен был догадаться. И потом меня идентифицировали только, он спросив, вы Геннадий? Я говорю, да, быстренько в квартиру. В коридоре ему надели наручники, вернее, на лестничной площадке, и потом уже с лицом начали выводить. Я зашел в квартиру, вышел на балкон, там смотрел, как это происходило уже на улице. Он из головой, завели его в машину, рядом стояла еще одна, и увезли. Это происходило буквально в течение, ну, где-то 10 минут. То есть они знали, зачем, затем, кто дома, у меня трехкомнатная квартира, они по квартире не ходили, ни документами не спрашивали. Ну, короче, пришли, взяли то, что им нужно было уехать. Вот. После этого я пытался найти его маму, Сергея, мы с ней живем, в разводе уже давно. Вот. И там через какое-то время она появилась, я сообщил, что так и так, вот такая вот ситуация, и попросил, чтобы она пошла в квартиру, где жил Сергей. Это недалеко, я живу в церкви, он тоже где-то в пределах 10 минут. Потом сообщила она, что был обыск и у него, так, скорее всего, что вывезли, когда его от меня туда привезли, там был обыск. Вот и на этом как бы вот, что дальше делать. На следующий день я, его мама там и ее муж пошли в гражданскую администрацию военную. Она написала, мама написала заявление, потому что она, ну, как бы тоже вот, российская гражданка, как бы такая была иллюзия, что это быстро там разберутся. И с 3 августа до конца октября провал в информации, где находится сын. С мамой, мамой Сергея мы разделились так, что она занимается интернетом, поисками, у нее лучше это работало, в Херсоне это были проблемы. А я просто ходил по РОВД, по СИЗО. По тюрьмам. Просто искал его. Везде был ответ. Постоянный ответ. Такого здесь нет. И потом, только в конце октября, где-то в середине октября была информация у мамы от одного из которого выпустили с областного управления полиции о том, что он как бы видел там Сергея. И уже в конце октября матери позвонил адвокат с Москвы и была информация, что он в СИЗО Лефортово. Вот как бы тогда уже мы узнали, что он жив и вот, ну, такие вот как бы этапы. И потом появился ролик о том, что как было задержание этой группы девятки, в том числе там я увидел первый раз своего сына. И после этого он находился и находится, скорее всего, и сейчас. Я потом поясню, почему. В СИЗО Лефортово статьи и рекомендуется 3, которые уже окончательно, он уже из последственного стадии обвиняемого, в статусе обвиняемого. Это статья 30, 361 и 205. Это международный терроризм, преступная группа и так далее, там подготовка к терактам. Суд в Ростовском Южном окружном военном суде был назначен на 9 число января. Но их не успели вывести, мы их просто потеряли. Вот у нас был такой провал, где наши, в смысле, мой сын. Я почему мы? Потому что Херсонская девятка, мы как родственники объединились и обменялись информацией, у кого какая есть в группе. 9 числа суд не состоялся, у меня остановилась возможность смотреть этот сайт в Ростове. Его перенесли на 25 января, но при этом было уже известно, что вывезли с СИЗО Лефортово в Ростов только 2 человек. Это Ковальский и Богданов. И потом, вот буквально не так давно, вывезли еще человек. То есть какая-то тягомотина происходит, наверное, в России по-другому не могут. И суд перенесли на 20 февраля.
суд первой инстанции, но почему-то такая информация как бы на сайте, что 25 числа судебное заседание было отложено. Как понять, их там нет, судебное заседание отложено. А я так разумею, вот, как бы, на сегодня... Геннадій, от дещо уточню. Я так розумію, що от всіх людей, яких вони об'єднали в рамках цієї справи, це ваш син і ще 8 чоловіків з Херсона. Вони всіх їх звинувачують в чомусь одному і тому самому. Тобто в уявленні росіян вони там спільники чи хто? Ну, получается, как бы преступная группа, как тут соучастники, там, это как бы их терминология. А это Ковальский, Богданов, Каёк, Гейт, Лялька, Лезник, Кабаков и Кавашнянский. Ну и офицеров тоже. Да, 3 статьи, только у одного там, вернее, у двух, как бы вот одна из статей 30-й там. Изготовление этих преступников или взрывчатки, а вот остальные как бы ее, ну, небольшое отклонение. А их обвиняют в преступлениях, в терактах против коллаборационистов. Подготовки такие были, что там и типографию взрывать. Ну, в общем, им приписали так, что тут как бы в Украине, там на юге, там чуть ли не революцию собирались. Но попали они в коллапс, я так понимаю, потому что на тот момент в Херсоне не был проведен референдум. И вот эти статьи, они подходят для... территории Российской Федерации. И тут они как-то пытались это все увязать, но, видать, видно, увязали, потому что 15 дел, насколько я знаю, по 200-300 страниц каждый. Ну, для росіян нема нічого неможливого, для того, щоб в'язати в своє законодавство дуже різні і абсолютно абсурдні речі. Вони знайдуть шлях, це ми знаємо, що російська Феміда, вона така винахідлива дуже в цих питаннях. Якщо їм треба засудити людину, вони знайдуть статтю, яку будуть вважати підходящою. А от трошки ще більше розпитаю про цю групу, до якої зарахували і Сергія в тому числі. Вони між собою були знайомі чи не були знайомі? Чи це все випадкові люди? Чи взагалі, як що вам з родичами вдалося з'ясувати? Не, знакомі були не всі, так, щоб 9 чоловік пособирались, там как бы, дружили і как бы, вот уже вошли в эту історію. Такого точно нет. А по групам, ну, по подгрупам, вернее, в этой девятке племянник моего сына, это Ковальский Сергей, и они точно были вместе, и точно вот как бы, ну, как я могу догадываться или предполагать, как бы, ну, короче, они были вместе. Был еще там, ну, я сейчас не буду рассказывать, это как бы я не совсем в этом уверен, Кабаков, по-моему, с Резниковым тоже как бы вот были, вот, пока мне такая информация. Так, чтобы 9 человек, как бы была единая организация, ну, как-то они объединили. А за якою ознакою об'єднали, не зрозуміло. Тобто, от чому вони об'єднали саме ці 9 людей? Так, і там є ще серед вот этой девятки, вот даже когда заходишь на сайт суда, там четверка и пятерка. 4 фамилии и 5 фамилий выделено. То есть, вот, что там будет, это мы узнаем только на процессе. Как оно там, ну, кто там, с кем там, вот это будет, наверное, рассказываться уже вот в таком публичном пространстве. А от цю всю сфабриковану історію, вони її приховують, вони її до кінця не озвучили поки що. Ну, зазвичай вони якусь красиву історію подають, та який терористичний акт проти кого, як сміливо окупанти, представники там так званих правоохоронних органів окупантів їх затримували. Тобто, чи була з боку окупаційної влади тоді якась така озвучена красива історія, яка б обґрунтовувала затримання всіх 9? Да, в пабликах російських інформації було більше, ніж достатньо. І от фігуранти
дел, кроме девяти, там есть еще три фамилии. Я вот, ну, не знаю, кто это такие, или там вот как бы это ФСБ же это дело вело. И вот как Сергея арестовывали, это тоже видно. Это не Росгвардия, там, не военной форме. Там еще есть три фамилии, скорее всего, что, возможно, это моя версия, это какие-то сотрудники спецслужб Украины. То есть они как бы заочные будут. А громкие дела, это вот Ковалев, коллаборационист, вот его убийство, потом Блюк, покушение на него, потом ну, такая же типография, тоже как бы вот ну, такое. Много там чего взрывали они там. Это есть в российских пабликах, они очень это все раскручивали. Але Тобто, та я так наступне. розумію, от конкретне ім'я вони не називають, що ця група там готувала замах на от цього, і їм вдалося це і це, і це. Тобто вони просто розказують якусь таку завуальовану історію. Тобто, і вибач, будь ласка, теж хочу уточнити. Тобто вони просто їх представили як групу проукраїнські налаштованих людей, які прагнуть в окупованому Херсоні повалення окупаційної влади, або, скажімо так, виступають проти цієї влади, партизанів. Тобто, це от приблизно от про це, я так розумію, історія. Да. Когда показывали вот видео, там сюжеты свои, там изготовление взрывчатки, там оружие, вот как бы, для чего это все делается. Я когда сына искал, ну, приходилось и по российским пабликам, там, ну, кругом, где только можно, и вот была такая, вы знаете, не то что интуиция, но предположение, что где-то вот сын может скрыть, не знаю, где-то там, как террорист, который взорвал там Байкальскую железную дорогу, или там были такие моменты, вот, читал, когда вот Крымский мост взрывали, тоже там херсонцев фамилии появлялись. Ну, мало ли там чего, где-то пропали люди наши. А ви Да. не знали, от коли окупація міста відбулась, не знали там, син жив окремо, він вам не розказував, що він робив, як проходила його життя в окупації. От, ну, ваші здогадки про те, що де шукати інформацію про нього після затримання, вони якось, можливо, ґрунтувались на його позиції, чи щось він вам розповідав, чи як? Син був патріот, це однозначно. Флаг України на балконі, українська мова спілкування от, при виступанні. От. І то, що ми коли ну, з ним общались, коли в Херсоні, там же Херсон був інтересно окупірований, не так, що там бої, там його м'яко взяли, Херсон, росіяни, і готовили как бы, плавному переходу там, під російську юрисдикцію. І тут були теми, коли коктейлі Молотова, вот из этого, я что-то слышал, ну, сын как бы про это говорил, потому что он когда переехал уже со своей квартиры к своему племяннику, ну, к маме, здесь они жили, а, в смысле своей сестре, а Сергей Ковальский это сын Сергея сестры, то там ребята, насколько я понимаю, что-то там делали. Потом уже узнавал, что Сергей Ковальский там и спасали наших военнослужащих ЗСУ, которые там, ну, в смысле, уже когда россияне захватили Херсон, они где-то от плавных прятались, вывозили их оттуда. Ну, как бы это такие, знаете, кусочки мозаика, так что напрямую вот мы там то-то, так-то, такого точно не было. Ну, опять предположение, что это, может быть, были какие-то указания, знаете, там с родственниками не общаться. Ну, и он сам по себе был молчаливый. Ну, так, Да, там что-то происходило. це логічно, що він намагався вас якось вигородити від цієї історії і не втягувати, і тому не розповідав. Ну да, поэтому я тогда бы, наверное, точно увезли бы вместе с ним, ну, как бы, из того, что я слышал. Скажіть, за цей час, поки росіяни тримають Сергія в Лефортово, якийсь зв'язок з ним був? Можливо, листи, можливо, дзвінки, можливо, давали передачу зробити? Пока он был в Херсоне до конца октября, когда их вывезли уже в Симферополь, а оттуда уже после суда в Москву. Здесь
Ну, я то, что не мог найти, уже рассказывал там. Нет, но в то же время я 2 раза подходил к областному управлению полиции, вот там, где он содержался, вот реально, он в тот момент был там, когда я подходил. Но там постоянно были закрыты ворота. И вот мне просто случайно, я уже там пункт наблюдения, такой своеобразный устроил, там в парке, напротив парка, на скамейке. И когда там ворота открылись, я успел подойти, и там был постовой, понимаю, Росгвардии, наверное, и машина, 2 в гражданском. Я опять спросил, знаете ли вы такого-то, спросили там, что к чему, там, объяснили, что похитили, ну, и мне объяснили, что мы не похищаем, у нас все очень четко, там, постановление суда и так далее, и так далее. Но при этом он там был. Повторите, пожалуйста, вторую часть вопроса, то я как бы про Херсон. Да, дзвінки, передачі, листи з Лефортова. Да, по Херсону это было, не было ничего, а в Лефортово там получилось так, что был назначен адвокат со стороны государства России, и пошли уже как бы такие возможности писем. По поводу того, что я не знаю, там то ли у них там какая-то команда была от ФСБ, а она организовала телефонный разговор с сыном. Потом опять закрылось, то есть адвокат был такой непробиваемый, в том числе и Сергей, потом, когда мы переписывались, ну, выполнял свои обязанности формально. А появился новый адвокат, это у всех наших ребят, лояльник наш, ну, будем так называть, это Хельсинская группа, насколько я понимаю, и тут уже была возможность и переписываться, и передавать, появились там волонтеры, которые передавали и продукты, и вещи, и ну, письма к ним, ну и передавали нам. То есть, да, был такой канал, он до сих пор существует, до последнего времени. Вот я вчера получил, наверное, писем 5, вот сын решил отправить, как бы мне написали первым классом, какая-то там на Роспочте существует, но письма пришли только сейчас. Он начал рисовать, там, он написал письмо, кстати, вот Павел Запорожец, известная такая тоже у нас в Украине личность, который был осужден в ростовском суде на 12 лет, тоже по статье как сын, они вместе находились в одной камере в СИЗО в Симферополе. И вот сын попросил передать ему привет через жену Сергея Ковальского. Вот, я думаю, что получится, потому что на новостях показали, вот, ну, в России там даже есть возможность телевизор смотреть, Лефортово, ну, это элитная тюрьма, это вернее СИЗО, это оттуда он увидел. Да, так что вот сейчас пока вопросов, как бы, ну, таких вот с перепиской нет, не было, вернее, а то, что будет сейчас вот при выезде в Ростов, посмотрим. А у Я вас хочу. вже є інформація, та Ігорю, тільки Та, уточню, окей, чи звичайно. вивезли Сергія вже в Ростов, чи не вивезли, чи він досі в Лефортово знаходиться? На сьогодні, на вчорашній вечір, от я сьогодні з Києва вернувся в Херсон. На сьогодні ні. Ну, я ще не відкривав почту, адвоката, може бути, на вечір напить. Ну, поки він, скоріше всього, в Лефортово, потому что 20 февраля, ну, как бы еще время позволяет. Если не вывозят по 2 человека по каким-то своим там правилам, ну, так оно и будет. Я хотів би Вот в нагадати нашим Києві. слухачам про те, що ми сьогодні обговорюємо в нашому ефірі історію Сергія Офіцерова, 47-річного мешканця міста Херсону, якого схопили в полон прямо в квартирі в серпні 22-го року, коли Херсон був окупований, його звинуватили у тероризмі, і наразі Сергій перебуває у відомому СІЗО Лефортово, де традиційно росіяни куди саджають за політичними мотивами людей, і ми сьогодні говоримо про його історію, тому що це історія, по суті, цивільного заручника росіян, до якого вдерлися окупанти, якого ув'язнили. І сьогодні в нашому ефірі ми про це говоримо з його батьком Геннадієм Офіцеровим. Пане Геннадію, я правильно пам'ятаю, що особливість ще цієї історії, яка вам точно не
не допомагає, да, а швидше заважає в тому, що Сергій є формально громадянином Росії на даний момент. І росіяни, які прийшли в Херсон до Сергія, який практично все життя жив в Херсоні, та формально його ж вважають своїм громадянином. Розкажіть, будь ласка, як так сталося, що він залишався з цим громадянством, і наскільки вам от зараз боротися важко, зважаючи на те, що росіяни завжди можуть сказати, да, наприклад, на запит органів української влади, що це наш громадянин, і ми взагалі не зобов'язані вам нічого надавати, ніяку інформацію. Так, да, так, там ситуація дуже складна. І я почну з кінця. Син в письмі пише про срок, який, можливо, йому буде дан. Ну, і адвокат перед цим теж підтверджує. Стаття до пожизненного. После там всех процедурных дел это может быть 12, ну, как при следствии там происходило, может быть 12. Но вот сын пишет, что он молодец в том плане, что он не только там, допустим, меня пытается поддерживать, и не то, что он там сам сильный человек, он там еще поддерживает и того же адвоката, там, ну, и своих вот ребят, которые если там вводят, когда у них судебное заседание, продление срока, там они встречаются. То есть вот сильная личность. И он написал, что есть надежда, что просто Российская Федерация 12 с половиной лет или 12 не выдержит. Ну, как бы это с конца есть. А тут, да, получилось так, что он родился в Херсоне. Ну, я тоже в Херсоне родился. Но мы в 80-м году уехали с семьей на Камчатку. 94-м вернулся я. Перед этим был развод с мамой. Це був, вибачте, це був И... переїзд у зв'язку з роботою чи... Работа, да, Ага. работа. Я туда, ну, мы с семьей переехали, был вызов, там сложность была туда попасть, но, в общем-то, мы жили, ну, я 15 лет практически. Вот, и там с мамой дороги разошлись, я вернулся в Херсон, а она с новым мужем переехала в Иркутскую область, там, где сын и получил российское гражданство, уже по возрасту. Вот, и потом, когда они вернулись в Херсон где-то в 94-96 году, получилось так, что ну, по тем временам, как бы, в нашей стране там, паспорт, как бы, ну, особую роль как-то и не играл, там, ну, другого государства. Вид на жительство у него был, полный резидент, прописка там, и так далее, и так далее. А какие-то вот права, ущемления, там, ну, паспорт как бы, абсолютно там, гражданство не влияло. Ну и, возможно, там какие-то были там, моменты там, в новой семье. Свои там, понятия об этом. Но в 2014 году, вот, когда все произошло, война с Россией началась, то тут, конечно, во многих был переворот в сознании, в том числе и у меня, и у сына в первую очередь. Вот этот флаг появился на балконе украинской мовы, там вот, в сетях. Вот, то есть он позицию занял четкую, и мы с ним полностью единомышленники в этом плане. И вот когда в разговорах там насчет гражданства, я-то вышел, у нас в 2004 году там была упрощенная форма. Он пытался уже где-то в 19-20-х годах выйти с этого гражданства. Там были проблемы первые. Коммуникация с этим консульством или посольством в Москве, или в Киеве, или консульством в Одессе. То есть найти концы, там, к кому обращаться. Потом в итоге, когда ему назначили все-таки аудиенцию в Одессе, в Одесском консульстве, это был где-то 19-й год, он туда поехал, я так понимаю, ну, документы там привез, и вот как бы была возникла пауза, что там дальше. Ну, там такие моменты, как бы не каждый раз его спрашиваешь. Получит гражданство, он бы точно мне сказал. И когда вот его похитили, ну, я уже вот начал заниматься, поехал в Киев специально таким вопросом, это в том году, ну, его там тоже занимался тем же направлением. В иммиграционной службе Украины он отсутствует. То есть он, ну, как бы не гражданин Украины, это однозначно.
Там долгое время, видать, пытались его найти. Я сам пытался найти, у него гражданство российское или нет. Выходил в Россию, там помогали мне, там через налоговый вычет. Ну, короче, разные варианты подтвердить тоже там нету. Ну, в итоге ФСБ, наверное, все-таки же докопалась там, на то она и ФСБ, чтобы снять, кто там перед ним. И подтвердилось российское гражданство. В чем проблема? Пока идет процесс, пока идет судебный процесс, а он может продолжаться до 2 лет, по прогнозам. Сейчас первая инстанция, суд первой инстанции начинается. Гражданство не влияет ни в коем случае на приговор. Какого бы то ни было гражданства, там все получат, ну, то, что они там решат. А потом, если будет обмен, вот тут уже возникает вопрос, отпустит ли его. Потому что из российского гражданства можно выйти, там, ну, допустим, ну, как по трем, при условии выполнения 2 обязательных условий. Это налоговые вопросы, задолженность государства, это не находится ли под следствием, или под судом, или приговор. И третье, это есть ли вообще гражданство другого государства. То есть выйти никуда они не разрешают. Вот тогда будет возникать проблема. У меня как бы выход, вернее, ну я вижу выход, и спасибо вашему объединению, Игорь. Я был у вас на семинаре в том году, по-моему. Это закон 2010-9. Вот в этом законе, вот я сам столкнулся, есть прецедент, есть ответ от Министерства интеграции, то, ну, в этом законе как бы, как он правильно звучит, о социальной правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины членов семьи. Но там вот статья 2, пункт 2, четко говорит о том, что он касается иностранцев, те, которые в ЗСУ сейчас по контракту или каким-то образом служат и воюют, или иностранный легион. Все, остальные выпадают. И я получил ответ с Министерства интеграции, Департамент защиты прав, что они допустят на комиссию мои документы только когда подтвердится, вот, или он воюет, или он как бы, там, в легионе, а если нет, то все, значит, сын выпадает полностью вот с правового вот этого защиты, социальной защиты в Украине. То есть он возвращается в никуда. Я перепрошую, а як можна підтвердити це? Є якісь дані чи якась інформація, яка може підтверджувати його приналежність до військових формувань, хіба? Нет, конечно, такого нет. Они сейчас проходят как гражданские, полностью гражданские, которые под пытками дали показания против себя, ну, и там по каким-то этим вот обвинениям, как бы так. То есть вот коллапс возникает, и у меня есть предложение, давал предложение, как, допустим, в этом законе отрегулировать эти моменты, потому что если, ну, вдруг на самом деле вдруг эта группа действует под руководством наших там, спецслужб, да, как, наверное, утверждает ФСБ, ну, сами по себе там и оружие, и все прочее где-то, то тогда должны не подключиться. Но пока я так понимаю, что там они, я как бы были такие моменты, ну, понял, что это время не наступило, вот этих всех моментов. Это вот с этим связано. А второй момент, то, что касается. А, и хотел бы обратить внимание, вот по этому закону я пытался найти, кто еще есть, ну, похоже на ситуацию у моего сына. Есть. Вот если меня, допустим, финансовая сторона как бы, ну, не волнует, то, да, вот, ну, согласно этого закона для членов семьи. Ну, не волнует в том плане, что у меня есть возможности, источники как бы нормально жить. А вот есть такая Щербань Светлана, и муж ее, по-моему, Геннадий зовут. Он белорус. И точно такой же ситуации вот она оказалась. Но у нее финансовое состояние очень, ну, плохое, будем говорить. Вот для нее закон точно должен був, ну, как бы, лишить Але ее мені как бы, ну, здається, жизни. пане Геннадію, я от продовжу вашу думку. Мені здається, що в історії вашого сина в цілому
факт наявності російського громадянства, це трошки така історія, скажімо, вона не про справедливість, тому що він же отримав його, будучи неповнолітнім, коли виїхав з батьками в іншу країну. Тобто 16-річний хлопець в 90-х отримує російське громадянство. В Росії там не живе, повертається додому. І що? Тобто він все життя практично прожив в Херсоні, до Росії стосунку немає. Але Україна не бачить його як свого громадянина водночас. Ну, тобто і не дає ну, йому бо він українського не є громадянином, да. Ну, да. І не дає йому українського громадянства. Тобто з такої логіки людина, яка прожила в Херсоні окупацію і потрапила в руки російських спецслужб і зараз сидить в російській в'язниці, ну, заслуговувала б на те, щоб держава звернула на неї увагу і придивилася до юридичної колізії в її історії. Абсолютно верно. Но тут я еще вторая часть, вот как раз то, что вы сказали, ну, наверное, к решению. Вот, есть такой Скорбач Алексей, адвокат. Мы с ним познакомились заочно, и вот он, спасибо ему, сделал петицию, написал петицию на президента. Называется, я сейчас прочитаю, потом немножко далее расскажу более подробно. Правнесення президентом України законопроекту, яким дозволити декларативний вихід громадянства РФ при набуття громадянства України. Эта петиция набрала больше 25 тысяч голосов. То есть все запущено. Получил он ответ. У меня это есть документы, получил он ответ, и мы когда с ним говорили, ну, его сейчас призвали в армию. Этот документ, если бы он бы прибыл, как бы какой-то законодательный акт оформил, то он эту, то, что вы соговорили, проблему решил бы для многих. Но, как он сказал, иммиграционная служба, ну, дала формальный ответ, что это не актуально, и они этим заниматься не будут. Ну, президент давал, вернее, ответ, которые мы написали там в этих органах. То есть вот такой документ есть. 25 тысяч набрал. Ответ получен, не актуальный, но с ним можно работать дальше. То есть уже президента прошел. Вот там вот, вот эти моменты, я думаю, можно было уже как бы и закон 2010.9, и вот этот документ. Ну, это законодательный уровень. Я обращался к депутатам Верховной Рады, тоже получал ответы. И, ну, спасибо ему не то, что там как бы другие службы просили мне ответить. Но пока вот коллапс такой стоит, вот надо начинать с закона 2010, а потом уже, наверное, дальше пойдет. Тут это как бы сторона вот какая-то более такая глобальная, да, связанная с внешней, а вот чисто внутренняя, вот реестр есть такой, единый реестр особ, зниклых без вести за особых обставин. Вот тут непонятно, почему до сих пор мне не дают ответ, что мой сын, ну, как бы, есть в этом реестре. Вот документы, там, пакет, какой положено, уже неоднократно отправляю. Вицутин. То есть он даже в Украине, как бы, вот, ну, не в Украине, вернее, в этом реестре. Тоже по каким-то причинам. Но это я буду еще заниматься. Я был когда в Киеве, там ходил по организациям, которые курируют и так далее. Мы посмотрим, чем закончится. Тобто я правильно розумію, що Україна навіть не вважає вашого сина полоненим? Нет, он считается как бы цивильный в полоне. Угу. Координационный штаб там это есть, МИП это подтверждает. Но есть появилась такая структура вместо... Ну, вернее, как место, а Министерство внутренних дел, где они занимаются тем реестром. И вот там база своя, да и тот реестр. Да, они напомнят его. И вот тоже, конечно, на удивление, вот эти круги ада по этим организациям, когда ходишь, у каждого своя база, ну, как бы есть единая база, но тем не менее нужно писать в каждый отдельно, чтобы потом получить от всех один и тот же ответ, хотя информационный, ну,
куда я отправляю регулярно документы о том, что у меня есть вот кредитный штамп, Красный Крест, вот, то все, что -то я знаю, все туда направляется. Ну, Пане я без Геннадію, этого ну, никуда. так, очевидно, що от в контексті цього закону, який ви згадували про соціальну правову підтримку та тих осіб, які пережили, ну, по факту незаконне ув'язнення внаслідок збройної агресії РФ, напевно, потрібно було би передбачити якимсь чином, що в таких ситуаціях можуть опинятися етнічні українці, які перебували в процесі отримання українського громадянства і заявляли про це відверто і прагнули цього, і, власне, є документальне тому підтвердження. Але от якщо повертатися, ну, закон, він дає певну підтримку, він дає визнання факту полону, він дає певну підтримку родині, певну підтримку самому ув'язненому після звільнення, ну і, в принципі, да, певний статус в лапках, скажімо так, і це все одно допомагає. А от якщо говорити саме про процеси обміну, внаслідок яких Сергій міг би бути звільнений, та ми розуміємо, що іноді такі взаємні звільнення відбуваються. Я не дуже розумію, як Україна може повернути формально громадянина Росії, да, обмінюючи його на іншого громадянина Росії. І з іншого боку, Ігорю, дозволь я скажу от свою думку. Ми ж громадян України за обміном віддавали на обмінах. От, так, наприклад, але ми віддавали Медведчука. Так, але Росія завжди, ми ж знаємо, ну, позицію Росії, що Росія завжди може сказати, що, вибачте, це наш громадянин. І, власне, ти пам'ятаєш, що політичних в'язнів саме тому довгий час Росія не віддавала, тому що вважала, що захопила Крим разом з цими людьми, які є рабами, які разом з землею прив'язані до землі, відходять. Да, відходять царю російському. Так от, я, думаючи протягом нашої розмови про це, да, як би цей, ну, це звільнення Сергія могло би виглядати, як би Україна могла будувати стратегію цього звільнення. Вона може будувати лише, якщо, да, пан Геннадій прийде, я думаю, що як перший крок прийде в координаційний штаб з питань військовополонених і почне, ну, пропонувати якісь формати і вимагати дій. Так от, я згадую оці відеозаписи Золкін та от інші такі журналісти зі специфічної діяльності, які показують, які записують відео з російськими полоненими, які знаходяться у нас в Україні, полоненими росіянами. І от серед них я нещодавно побачив, що є, наприклад, громадянин, я так розумію, не один, громадяни Білорусі. От у них, наприклад, є теж проблема, що ці громадяни Білорусі пішли за гроші, поперлися, да, в російських, в складі російських збройних формувань, поперлися в Україну. Зараз Україна, да, українські збройні сили взяли їх в полон, і вони нікому не потрібні. Батька їх не визнає, да, Лукашенко не визнає, що є такі громадяни в полоні і не збирається вести ніякі перемовини. Росії вони їм не потрібні, це навіть не громадяни Росії, це громадяни Білорусі. І от вони у нас сидять, та, власне, нікому не потрібні. Що якщо, наприклад, запропонувати, да, якщо ми, ну, якісь нові формати обмінів, в яких не беруть участі українські громадяни, да, якщо це будуть якісь тристоронні обміни, там, де будуть брати формальну участь російські громадянин, які ми розуміємо, що є українським етнічно українцем, Сергій Офіцеров, і, наприклад, запропонувати звільнення через Білорусі, через запит до громадян Білорусі, мені здається, можливо, це могло би бути якимсь новою ідеєю, яка, може, би спрацювала. Чи не було, ну, у вас от розмов про такі або міркувань про такі, як би все ж таки? Я, може бути, даже доповню, ну, продовжу. Адвокат, который сейчас у сына, у нее в заслугах освобождение Кольченко Александра. У него было российское громадянство, но там какая-то, не знаю, там упрощенное, или как-то по-другому назвать можно, в Крыму. То есть вот есть такой, как бы, момент.
А второе, ну, наверное, это самое глобальное, сын жил в Украине, резидент, налоги и так далее. Ну, короче, как положено было оформлено. И это государство, ну, наше государство, не уберегло резидента от того, что он попал в плен. Вот, по большому счету. То есть это защита всех проживающих на территории этой страны, нашей страны, как бы, ну, гарантирована Конституцией. И если он попал в плен, то, ну, тогда, когда, соответственно, нужно искать какие-то механизмы, как вы сейчас сказали, а они могут быть самые разнообразные. Мы, ну, как обсуждали, пытались это все выяснить, но, ну, как бы все ждут, будет прецедент или нет, в каком он виде. Это, наверное, только жизнь покажет. Сейчас что-то отслаживать, это только как бы с нашей стороны. Россия мне точно это не подтвердят. Вот я много читаю, слежу там, что там происходит, но им как бы не до этого там. Им как бы не до этого. Если были бы у нас, ну, это такая крамольная мысль, если тактично или не тактично, если бы у нас были выборы, да, вот сейчас, завтра, имею в виду там наши, то вполне возможно, что-то бы появилось. Ой, вы пропали. Ми є, все нормально, це можливо трошки Я смотрю. підвисає зум. Да. Я от подумала, що в схожій ситуації, але, ну, це трошки інакша історія, тому що все ж таки є прецеденти обміну іноземних громадян, які воювали за Україну, та у складі іноземного легіону, але там було втручання їхніх. Ну, держав, до громадянства яких вони належать, і от були обміни паралельно з азовцями, та, коли відпускали громадянина, я не пам'ятаю, Сполучених Штатів і ще громадянина, здається, Великобританії через Саудівську Аравію залучали інших держав-перемовників. Це було, правда, ще в 2022 році. І відтоді в обмінах іноземні громадяни участі, ну, щось я не пригадую, що брали. Але історія, мені здається, така, що державі треба втрутитись з огляду на те, що особливо в цій історії стає зрозумілим абсолютно, що російський паспорт залишився у людини абсолютно випадково, ще й через те, що як ми знаємо, Росія не дуже дає можливості вийти зі свого громадянства, так само як вона його нав'язує всім, хто хоч якось до неї дотичний. Це ми зараз бачимо на окупованих територіях. Тут нам сигналізують в нашому чаті, що вже залишається у нас мало ефірного часу до кінця розмови. Буквально останнє запитання на 20 секунд. Отже, 20 лютого почнеться розгляд судової справи Сергія і ще 8 людей, які з ним проходять по одній справі, так? Так. Да. Так. Отже, тоді ми будемо стежити за новинами з цього фейкового судового процесу, який розпочали росіяни над 9 херсонцями, серед них і над Сергієм Офіцеровим, історію якого ми сьогодні розповідали. Дякуємо його батьку Геннадію Офіцерову, який поділився з нами цією історією. Ви дивитесь, слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних», який на сьогодні вже майже завершився. Я нагадаю, що провели його для вас я, Анастасія Багаліка, мій колега співведучий Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагав Євген Глібов, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Ми будемо прощатися. Слухайте, думайте. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.